Дорогие друзья, в своих комментариях вы часто спрашиваете, как снимать тейп. Вот мы смотрим, когда прошло 3-5 дней, и края тейпа начинают уже немножечко сворачиваться, тейп подустал, и его, конечно, можно потихоньку снять. Но ни в коем случае нельзя дергать, сдирать тейп. Его нужно снимать аккуратно. Во-первых, когда ребенок моется, купается, уже начинает ослабевать края тейпа, и его легко будет скатать. Второе, вы можете применить маслице, детское маслице или подсолнечное масло, накапав на тейп. Тогда он будет сниматься легче. Третье, в магазинах продается средство для снятия тейпа. Попшикав на него, такой тейп сам начнет сниматься. Как мы это делаем? Мы это делаем постепенно, скатывающими движениями от начала приклейки тейпа до конца. То есть мы его просто скатываем. И смотрите, когда мы его скатываем, он снимается достаточно просто, безболезненно, не причиняя никакого вреда коже, волоскам, которые находятся на теле. Скатывается таким образом он легко. Что же потом сделать с кожей? Можно его помазать детским кремом или маслом. Через какое-то время снимите крем, помойте ножку, и нога готова для нового нанесения тейпа. То есть вот такие скатывающие движения снимают практически тейп. И следующий тейп можно клеить в этот же день по этому же направлению. Напоминаем, что тейп у нас клеится через 3-5 дней, это будут 3-4 аппликации. 3-4 аппликации для приклейки тейпа в течение месяца. Потом месяц отдыхаем, и еще раз можно повторить тейпирование. Ну вот все, не прошло и минутки, и наш тейп удален. Удачи вам! Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наши обновления, оставляйте комментарии. Задавайте вопросы, какие темы вы хотели бы услышать в следующих видео.